Итак, международные новости. Вместе против России президент Латвии обратился к Европе. Президент Латвии Раймонс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию «Шпигель», отвечая на вопрос журналиста о том, как латвийские власти могут охарактеризовать жизнь русского меньшинства, составляющего около четверти населения Латвии. Президент призвал не допускать недооценку русского влияния на Прибалтику. Многие смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду. Нет сомнений в том, что Кремль делает что-то и для укрепления пророссийских сил в Европейском парламенте, раскола Европы. Все демократы должны быть готовы к этому. И важно дать понять гражданам, что они стоят перед важными выборами. И это вопрос нашего будущего, выразил уверенность Вейонис. Также он обвинил Москву в ведении агрессивной политики в целом. Но опять же, только мы можем поблагодарить наших латвийских, латышских, литовских и эстонских друзей за кристальное понимание ситуации, за кристальную точность формулировок и за то, что эти страны, не устаю это повторять, являются нашими самыми лучшими друзьями.